Время новостей в регионе. С вами Алексей Шемякин. Добрый день. Дождь, шквалистый ветер и гроза задержатся в Архангельске еще на 2 дня. Такие прогнозы дают синоптики. Последствия вчерашнего ливня до сих пор дают о себе знать. Накануне была подтоплена ветеринарная лаборатория, что на набережной Северной Двины. Здание 1848 года постройки находится в низине, не выдержало напора воды, в результате чего первый этаж полностью был затоплен. Пожарные использовали мотопомпы, чтобы откачать воду. Ну а на перекрестке улиц Гайдара и Нагорной несколько автомобилей буквально ушли под воду. Там уровень воды поднимался на 0,5 метра. Водители штурмовали образовавшееся озеро. Некоторым не повезло, их автомобили просто заглохли. Топило и Соломбулу. Проблема очевидна. Архангельск не готов к таким осадкам. В городе во многих местах не работает дренажная система и ливневка забита песком. Не повезло и жителям многоэтажных домов. Вода лилась ручьем. Затопило не только подъезды, но и многие квартиры. Люди пытались дозвониться до своих управляющих компаний, но безрезультатно. Мы готовим репортаж о последствиях ливня в городе. Смотрите его в вечернем выпуске новостей в 19:20 на телеканале ТВ-центр. Ну а пока к другим темам. Это лето уже унесло жизни 32 человек. Тех, кто беспечно отдыхал на воде и забывал об элементарных правилах безопасности. Работа муниципалитетов по подготовке мест массового отдыха по-прежнему признается слабой. В этом году в регионе открыто только 15 официальных пляжей, из них 3 в детских оздоровительных лагерях. Такие показатели в 3 раза ниже, чем в прошлом сезоне. Больше всего мест отдыха открыто в Велигодском и Ленском районах. Есть по 1 пляжу в Котласе и Каргополе. Основной причиной гибели людей на воде остается оккупация. Купание в состоянии алкогольного опьянения и в необорудованных местах. Новое оборудование появилось в Котласской центральной городской больнице. Аппаратура установлена в эндоскопическом отделении. Техника поможет с большей вероятностью выявлять онкологическую и другие виды патологии внутренних органов. Итальянское изобретение имеет датчики для проведения исследований новорожденным, детям и взрослым. Но главная особенность новинки – это мобильность. Он переносной. Мы с этим аппаратом можем работать в палатах у больного, в реанимации. Мы можем выезжать, например, в районы, смотреть там пациентов и детей, и взрослых. Данные исследования будут поступать в общую медицинскую автоматизированную базу, благодаря чему врачам из разных отделений, больниц и даже городов намного легче будет поставить правильный диагноз, а значит назначить эффективное лечение. Оборудование обошлось больнице в 9 миллионов рублей. Специализированный дом ребенка в этом году стал лучшим на всероссийском конкурсе предприятий и организаций. Сейчас здесь воспитываются 120 малышей. Это дети с поражением центральной нервной системы и нарушением психики. Педагоги создают максимально комфортные условия для их реабилитации, при этом успешно реализуют новые проекты. Один из них – социальная квартира, где ребята могут провести время с потенциальными родителями и почувствовать себя как дома. У нас внедряются новые технологии реабилитации, которые подразумевают тесное сотрудничество медицинских сотрудников, педагогов и социальных работников. И только когда вместе все специалисты работают с одной целью заниматься реабилитацией, только тогда мы видим какие-то ощутимые результаты. Щипная птица, глиняные игрушки и посуда, множество картин, а еще победы на всероссийских и международных конкурсах. Все это о народных мастерах, супругах Киприяновых, что живут в поселке Савинский Плесецкого района. На первый взгляд этот дом ничем не отличается от других, но стоит присмотреться, и тебя уже приветливо встречают разные фигуры, сделанные из глины и дерева. Заходя в саму избу, все словно оживает. Это не музей в деревне, это дом-мастерская, где живут Наталья и Евгений Киприяновы. Мы находимся в нашей творческой мастерской «Северица». Творческая мастерская – это наш дом. Мы здесь живем, работаем, нам здесь удобно. Глаза разбегаются от обилия красоты. Она везде и во всем, будь то живопись или керамика. Наталья и Евгений – художники без профессионального образования. По словам супругов, все пришло само собой. Мне в детстве очень хотелось иметь свою фабрику игрушек. У каждого ребенка своя мечта. У меня вот была мечта — фабрика игрушек. И было много желаний: хочу то, хочу все. И мама мне дала глину и говорит: вот что хочешь, то и лепи.
То есть вот у меня был свой зоопарк, у меня была квартира с куклами, я сама их мастерила, сама делала одежонку, то есть вот, занималась. По словам Натальи, она рисует то, что любит, и все зависит, конечно, от настроения. На полотнах даже свой родной дом, везде разный. Подсказать нужный образ может абсолютно все. Дождь, солнце, даже стрекочущий в траве кузнечик. Наталья и Евгений не просто супружеская пара, это единый творческий тандем. И на создание произведения порой вдохновляет одно и то же. Вдохновение идет от нашей русской сказки, от наших бабушек, наших дедушек, от нашей северной деревни, от нашей природы, потому что все это здорово, все это красиво. И на самом деле какая короткая жизнь, что мы все не успеваем сделать, что задумали. Если настроения нет, нет смысла садиться за круг. Хорошего ничего не получится. Нет настроения, сиди дома. Но... Настроение? Так настроение вот работа, которая тебе нравится, вот близкий человек рядом с тобой, я не знаю, лето, радость, ну зима тоже радость, все, вот оно настроение. Первый гончарный круг у мастеров Киприяновых появился в 80-е годы. В то время они и представить себе не могли, что их игрушки, посуда, колокольчики будут украшать интерьеры не только северных домов, но и коттеджи и вилл на других континентах. На самом деле высшая оценка – это когда к тебе приходит бабушка на ярмарке, приходит и говорит: «Вот, купила у вас крыночку 3 года назад, и так хорошо, вот сейчас вот еще горшочек хочу купить». Бабушка, у которой мизерная пенсия, вот, она приходит и она покупает мое изделие, а не эмалированную костыльку, которая стоит, ну, в 2 раза дешевле, допустим. У любого произведения мастеров, даже обыкновенной кружки, свой образ и название. Например, «Конь на воде». Это образ солнца, которое утром восходит и словно скачет на коне, и вечером заходит, сплавляясь по воде на лодке. В семье Киприяновых даже у кошки свое особенное имя – фасолька. Она мяукает на 2 ноты. Есть у мастеров и особенная игрушка – мерилка. Она уже победила в 2 номинациях на одном из всероссийских конкурсов. Мерилка учит прощать и забывать обиды и не пускать на порог ссоры и вражду. Киприяновым повезло. За все годы совместной жизни они пользовались мерилкой лишь иногда. Да и то, чтобы лишний раз почувствовать радость от того, что они – вместе. Алексей Шемякин, Евгений Зыков, Архангельское телевидение, Плесецкий район. И новости из Новодвинска. В городе Бумажников каждый вторник и четверг парк за городским культурным центром превращается в настоящий читальный зал под открытым небом. На выбор читателей несколько стендов с детскими книгами и литературой для родителей. Библиотека на свежем воздухе работает по принципу буккроссинга. Понравилась книга — бери читать домой. Акция «Читатель дарит читателю» можно забрать к себе в навечное, как мы говорим, пользование. Даже не возвращать, а если есть что-то, можно принести на обмен. Летняя библиотека будет работать до 20 августа с 11 до 15 часов. Мы продолжим знакомить вас с новостями региона в 16 часов. Оставайтесь с нами.